Всем доброго утра. Сейчас покажем, сколько у нас петербургского времени. На 2 часа здесь больше. 3 часа. Местного 5. В 6 трогаться с кольком. Колек вчера приехал вечером. Едем на Лангепас. К 9 надо быть там. Но нам 2 часа ехать. Мы с запасом поедем. То есть просыпаемся, чистим зубы. И готовимся на старт в город Лангепас. Доброго-доброго утра. Надо все перекладывать в спальник и ставить чай, запчасти. Я сегодня, ребята, в штанах буду, в кофте, с футболкой, потому что на улице 11 градусов и ветер. Отличается от того, что рассказывает. Такой у меня завтрак с утра. Кофе, хлеб, сосиска. Утром через силу кушаю. Не могу кушать утром. Прям сильно-сильно пытаюсь поесть. Там час проходит, начинаю в холодильнике уже шарить рукой на ходу. Что-нибудь начинаю жевать. Все, подъем. Колек встал, интересно, нет? Да, я с Феном сегодня спал. Север дает о себе знать. Запускаемся. Колек тоже проснулся. 55 минут. Доброе утро. Сегодня нужно поработать. Хорошо. Так, пока выкинем мусор, Микола тоже трогается. Пешком лень идти, так-то туда нам выезжать. Этот подъедом, прям выкину и все. О, пес опять что-то ест. Весь день бегает, ест. Вчера курицы пакет съел. Отдаем вот такую вот штучку, на которой написано, во сколько я вчера заехал и все дела. Потому что меньше суток. Доброе утро! Оплатили по безналу, то есть не охранник берет деньги, а в отеле у девочки оплачиваешь и все. Она подписывает и можно уже выезжать. Нас ждет с вами город Лангепас. Нам до ЕКБ вместе. Короче, дня 3-то точно, еще потом, может быть, дальше поедем вместе. О, вот эта штука дорогая, вообще капец. Как она называется? Трикол. Так, фен-то выключай, Николай. Ну что, хорошего нам дня? Да, сам спит еще. Я говорю, ты выспался? Вообще, говорит, спал, пиздец, отрубился. Да я также на улице, просто прохладно, поэтому как-то спалось вообще. 19 поставил тут, укутался и все, и спал. Здесь хорошо, что со стоянки есть выезд налево. Ну, не надо ехать в сторону Нефтеюганска через мост, разворачиваться. Ленивец совсем обленился, уже не хочет опускаться даже принудительно. Че так? Ну, а что-то он с самого начала выделывает. А он загрузился, что у меня 16 тонн, он опуститься не хочет никак. Надо регулировать. Регулировать надо будет, как на ТО погонишь. Да, у меня тут до ТО осталось 10 тысяч. Нефтеюганск, Тюмень. Так, подождем. Я-то ходом бы вышел, да я ходом и пойду хули делать. Колька подожду потихоньку. Я тебя жду. Пока потихоньку поедем. Все, мы сейчас заходим не вот так в Сургут, а проходим прямо вдоль железки. Уходим через Солнечный и по объездной. Объезжаем Сургут по левой стороне. Уходим в сторону Ноябрьска, до Кольца, на Кольце уходим в сторону Нижневартовска. И, в принципе, все, ничего сложного. Все, Микола выехал. Тоже в Петербург собрался переезжать. У нас уже сколько ребят с колонны в Петербург собираются переезжать? Борода. Артур, ну, у него погоняла борода. Тоже, типа, я в Петербург буду переезжать. Я говорю, давайте, давайте. Рады вас видеть. Нет, нет, нет.
Что-то мне ноге холодно, ё-моё. Ну-ка давай вот так вот поставим и на ноги включим. Где у нас? Тык-тык, вот так хотя бы. Все, погнали. Все, уходим на Лентор. Здесь мы возили биг-бэги, МКР, эти мешки. Через Лентор, когда шуга шла, то есть понтоны не работали, мы ездили по дальнему кругу через мост. Здесь было в одну полосу, сделали в две, также с разделительной. И здесь полноценная развязка. Мы раньше просто у этой кафешки сворачивали на светофоре вправо и все. Уходили. Нет, здесь уже конкретная объездная прям. Молодцы. Там с той стороны Сургута долго строилась она. Мы под мостом проезжали. Долго-долго делали. Потом асфальт полностью здесь перестелили на всей объездной. Он такой был хреновенький. Желтенькая, я ее помню, эту кафешку. Тихотики. Еду, зеваю. По-нашему, мы, получается, в 4 тронулись. В 3 с чем-то встали. Что же делать? Red Bull. Сбодряет. Никто мне не башляет за Red Bull, ребята, не думайте. Просто он мне нравится, я что сделаю. И в последнее время я его не покупаю, потому что я больше морсики стараюсь брать. Что-нибудь такое. Не знаю, почему так пошло, что ребята мне Red Bull дают постоянно. Я говорю, ребята, ну вы же сами говорите, что не пей. Вот так вот, прям холодный, капец. Он мне там лежал прямо у стенки. Ах, руки холодит. Сейчас бодримся. Уходим на кольце. На Нижневартовск. На скольком тут? Утром темы такие интересные. Про женитьбу и про семью. Плюсы и минусы считаем. Так, что у нас тут? Лангепас 91, Мегион 156, Нижневартовск 183. Природа севера. Сосенки северянские. Прямые, как струночки. Дорога просто наишикарнейшая. Ханты-Мансийскому автономному округу. Просто кайф. Молодцы. Все улучшают, улучшают, улучшают. Смотрите, ну как... Просто идеальная дорога. Обочинка щебенкой подсыпана, широкая. Останавливайся, делай, что хочешь. Бля, вот тут грибов. Вот просто можно остановиться, пойти и... Мох лежит. Белых грибов просто усыпано. Маслята тут... Тут маслят за грибы даже не считают. Только просто усыпано маслятами все. Белые собираю там. А я люблю и белые, и маслята. Маслят надо эту чистить. Верхушку маслянистую. Ножиком. Но она с картошкой, когда жареная. Ой-ой-ой, что-то я же говорю, час пройдет, и я хавать захочу. Да, грибочков бы. Навартовск тоже новый асфальт. Смотрите, ребята, все на болоте построено. Просто когда-то это было одним цельным болотом. Подсыпали это, сколько бабла. У меня вон тоже получилось. За эту неделю сколько? 5,5 тысяч мотанул. Ну и нормально как бы. Да-да, я говорю, парни, блядь, и 20, и 21, и 22 нахуй наматывают. Калёк. Едем, а тут начались нырки, ну еще ремонт срезанный. Я говорю, Калёк, у тебя там передачи не вылетают на кочках? Он говорит, не, я держу. Блядь. Это КамАЗ, хули, вот такие вот нырки. Да, 8-я запарила. Чуть тряхнем, но по-моему, не тралку. О, блядь. Мы новые гнали так же, блядь. С новья прям вылетают передачи. Едешь, газуешь, что наебалом. Он катится. Ну что такое, блядь, кулиса вылетела. Я, говорит, держу. Я говорю, Давид, какая нормальная дорога, если у меня на кочках не то, что передачи вылетают. Я говорю, у меня зеркала складываются. Хорош меня с утра смешить.
Блять, чё за кочки, блять? Он там с Омска шел сюда, на север. Но там одна дорога через Вагай, блядь. Нырки такие. И это... программа проложила, короче, через какую-то хуйню там срезать. Приехал весь в грязи, говорит, пиздец. Я говорю, что, так я, говорит, ехал, хуяк, грунтовка, все. На лапах везде все в этом, в глине какой-то. Я говорю, заебись, ты на тебе, что там катаешься? Он говорит, это пиздец. Ой, блядь. Ладно, поехали потихоньку. Это такие плавные нырки. Ой, ужас. Доделается, ну раз срезали, доделывают. Ну там вообще шикарно. То есть она, наверное, вся будет такая. Не наверное, она будет такой. Так, у нас небольшая пробочка. Что-то там какой-то реверс. Западная Сибирь. Кстати, да, ребята, сегодня первый. Реверс, наверное, ремонт. Сегодня 1 сентября. Поздравляем всех школьников, студентов с началом учебного года. Не знаю, на удаленке будет все это или нет. Сейчас по радио как раз говорят. Раньше, 1 сентября, когда я учился еще в школе, с 1 по 10 сентября я был школьником, водители включали ближний свет фар. То есть в населенках, по-моему, даже вне населенок, или только в населенках, что на момент, когда еще первоклашки, ходят же там сранцами, с друг другом там болтают и не смотрят на дорогу, перебегают там, либо ходят по дороге. Для этого, чтобы больше внимания было у детей на автомобиле. Ну и, соответственно, водители были повнимательнее. А потом какой-то период, потому что уже вся заграница стала ездить. Ну не вся, не энные там города, страны, блядь, правильно сказать. Ёбаный в рот, не могу никак составить предложение. Ездят с включенным светом. Почему на автомобилях при... включение зажигания загорался свет всегда, допустим, на постоянку. У нас тоже решили, сделали такой тест, вот лес, машина с выключенным светом и с включенным светом, то есть через лес видно, что машина идет. Потом расстояние, то есть включенным светом, выключенным светом. То есть было понятно, что с включенным светом ближним это эффективней, видно машину, аварийность снизилась. Заводы, которые производили автомобильные лампочки, наверное, там до потолка прыгали, потому что, ну, лампочки стали лететь. Понятно, габаритные, потом у нас придумались ходовые огни, вот эти вот все, на КамАЗах сейчас ходовые огни, потом продавались ходовые огни, стали устанавливать, чтобы не горел весь тягач, к примеру, весь автомобиль легковой, не было нагрузки на генератор и не было такого расхода лампочек, то есть у них все равно какой-то ресурс определенный у ламп. Пошли диодные лампочки, то есть вообще все поменялось. Теперь мы ездим со светом всегда. Везде. Вот так вот. Все это поменялось. Это при мне, то есть я это помню все. Да, мостик ремонтируется. Продолжаем ехать, станем день перед кольцом и будем звонить дядьке, который нас будет сегодня грузить. Мне интересно, какая будет погрузка. Дай бог, чтобы верхняя. Да. И какими катушками? Возможно, пустыми катушками, потому что мы кубовики 16,5 прицепы, то есть в нас влазит больше. Может быть, нас взяли как длинномеров, чтобы побольше пустых катушек отвезти на завод и снова намотать на них кабель, чтобы отправить снова, к примеру, партию. Может быть, полная какая-то некондиция кабеля другой. Но опять же, я не думаю, что столько некондиции на две машины. Мне кажется, все-таки предполагаю, что мы повезем пустые катушки. Ну, посмотрим. Если полные, то надо будет размещать как-то это. 20 тонн в катушках. Хрен знает, сколько там намотано этого кабеля. Сколько там жил. Толстостенный, не толстостенный. То есть надо будет смотреть бирки, сколько они весят, и распределять как-то. Приколачивать ему стопора. Либо какие-то... Сейчас будем смотреть, крепить как будем, я не знаю, эти катушки. Как их вести. Ну, везти 1300-1350, ну, 1400 километров, наверное. Довезем. Вот мы и подъехали к Нижневартовскому району. Нижневартовску огромный привет.
всему-всему всей области. Линтор, Лангепас. Ну и все что. Всем кустам, всем месторождениям. Вахтовики, вам привет. Были, знаем, что это такое. И зимой, и летом, блядь, одним цветом. Мы с запасом, ребята, идем. Оставили 8 километров до кольца. Будем 8 звонить через 5 минут. Кофе будешь? Кофе. Да, по чайку бы. Давай, чайку сделаем. Будем пить чай. Бон аппетит. Приятного чаепития. Приятного нам аппетита. Бутики будем, нет? Или лимончик? Как ощутить весь кайф дальнобойщика на обочине? И звук мотора такой. Огурцы выш. Потом будем много бегать тут по лесу. А тут нельзя по лесу бегать, медведь заебень сразу. Да? Ну да. Ну не сразу. Смотри, как будешь бегать, да? Поиграется еще тобой, знаешь. На тонкое дерево залазит, тогда он будет скользить и хуй залезет. Надо с тобой банку вазелина, одной рукой лечишь, второй вазелином мажешь. А, внизу, чтобы он скользил. Да. Все, попили кофе, дозвонились до заказчика, трогаемся. Не доезжая кольца где-то километр, уйдем влево, потом сразу вправо и до Лукойла базы до какой-то. Огромный привет Лангепасу. Лангепас. Добро пожаловать. Подкрепились, подбодрились. Ну что? Так, куда-то вот сюда. И до конца. Поехали. Север, север, ты могуч. О, вот Дор, чего тут? Дорстройсервис. Здесь как-то все понятно на севере. Металлоприемка какая-то. А мы едем до конца. И вот так вот сделаем. С дворниками, конечно, ебала на КамАЗе, что на Аксоле. Да, получается, здесь один поворот. Это вот этот, близко к дороге. Сейчас этот поворот. Сейчас, оказалось, вот здесь тоже будет съезд. Да, он, получается, видно по карте. Что-то куда-то, короче, на какой-то там, блядь, Лукойл едем. РНГС. А, вот до упора все. Да, краном бы, конечно. Прибыли. Что будет написано? Лукойл, да, все оно. Ожидаем! Пошли мы оформляться, отмыл вчера машину от мужа, чистая. В общем, будет сегодня 8 машин. Со вчерашнего дня ребята здесь стоят. Сейчас 2 зайдут, потом 2 загрузятся, встанут на оформление, еще 2 зайдут, потом только мы зайдем. Ну ничего страшного. Будем стоять, загорать. Так, времени у нас часа 4. Будем, ребята, вешать шторы, которые у меня с дома постираны. Повешу. Прям вот так вот сделаю эти пумпушки, чтобы сильно не мешались. Здесь также займусь пока шторами. Тут уже прохладно. Да, займемся. Так, вытащил все штучки с пакетика. Сейчас будем вдевать. Вдевается все легко вот так вот. Хлоп. Все, то есть не надо. Так, вот так я разделил. То есть у меня получается одна с краю, одна по центру. Здесь тоже с краю. Здесь сделал по 3 в 4 местах. То есть, в общем, 17 штук. Здесь тоже 10, 10, 7. То есть начну вешать центр, край, край, а потом уже буду распределять, то есть их по расстоянию, чтобы одна на маленькую шторку, через одну на большую штору. То есть тут получается маленькая на 3, здесь уже пойдут остальные. В общем, вешаю. Тут особо-то пофигу, лишь бы висело. Но надо сделать так, чтобы было красиво.
Где шторы? Вот они. У них спальники, как у цыган. Красота какая. Колёк сидушку ремонтирует. До конца поднимает тебя прям? Да, ноги в кулю прижимают. Я сижу, знаешь, как коротышка, ногами до педалек не достаю. У меня вот сейчас края еще осталось сделать и серединку немножко подтянуть. Здесь уже все готово. Такая уюточка получается. Сейчас еще здесь вот по краям пойдут у меня ламбрикены. Все, ребята. Готово. Так вот у меня получились шторы. Здесь заправил, сделал. Там также, потому что шторина вот посюда должна висеть. Заправлено. Здесь по краю такие пумбушки. С той стороны, с этой стороны. Пойдет, маленько поуютнее стало. Опа. Все, перелез. И с этой стороны так смотришь. Но он еще сейчас сляжется на кочках. Да. Пойдет. Чисто для красоты. Это не за шторы. Нас прервали. Поправил там. Немного. Так, чем заниматься дальше? Телевизор будем смотреть. Вот он, ребята. Да более знакомый батыр. Я его батыр почему-то называю. Так, он не батыр. Огромный КамАЗ на огромных колесах. 381 у меня был номер. Ну, это не он имеется в виду, а такой же. Сижу, не знаю, чем заняться. Вспомнил, вот, что у меня вот такая штучка есть, горящая. Там мне Владик сделал. Сейчас надо прицеплю вот сюда. С подсветкой ночью будет видно. Прикольно. Пили-пили, которая будет светиться. Не мешает. Аккуратно. Сейчас колонки буду менять, пока стоим. Так, вот такие у меня колонки. С частотниками. Бокалы. Еще они грязные. Сейчас протрем салфеткой. Будем ставить. И будем делиться бумагой, а то у меня ее пиздец. Колёк! А ты как, отлюбишь? У меня полная спалка их. Это брак был, их списали. Вопросы у тебя такие компрометирующие. У меня пиздец пол спальника. Это кто-нибудь вместо меня потом сядет и скажет, никого он засранец, блядь. Полный спальник бумаги. Да за место салфеток хотя бы даже. Так, будем установку производить. На холодильнике защитная пленочка, обалденно. Протираем сначала их. Частотники как-то опять сюда будем ставить. Это кто там железо об железо ездит? Так, тут у меня готово. Нужна звездочка. И буду проводить частотник. Отсюда же провод, сюда частотник. На таких защелках снимается штучка. Достаем набор. Готово. Именно вы можете начинаем стать миллионером в прямом авторадийном эфире. Как ими распорядиться, этими деньжищами? Да, ребята, херачит, конечно, обалденно. У меня раньше они были вот здесь, стояли вот так вот. Вот так они были прилеплены. Как-то вот так. А сейчас хочу переделать вот этим местом, вот сюда. То есть, понятно, настойка могла прорасти, но это надо проводить через дверь. То есть, будет немного на меня направлены, вот так вот. То есть, вот я сижу. Больше никак. Сюда неудобно, плечом потом задеваешь. Допустим, открою дверь. Она здесь вот торчит. Получается, что мешает. Сейчас она мне будет вот так. И вот так вот с краю. Ну, здесь все закроется, понятно. Сейчас провод проложу. Бокальчики. Звук, конечно, шикарный. Так, надо закрыть дверь. Сейчас придумаем. Перекур пока. А старые сюда. Все с крепежом, потом обратно поставим. Микола курит. Нам, походу, ночевать сказали, придется.
Все, ребята, готово. Люк брякает. Ебать звук. Огонь. Кто-то подумает, что они будут намокать. Нет, будем стараться с закрытыми окошками ездить. Пошел во вторую сторону ставить. Красивый звук вообще. Пионерка, молодец. Пионер 510, колонки вокал. Покажем, если кто-то захочет ставить. 13-е. Единственные колонки, которые были 13-е, чтобы поставить в КамАЗ. Огоньские. Это были вообще легкие-легкие. Это вот вокалы. Тяжелый магнит. Такие вот колонки. Все, нас уже 100% до завтра. Будем пить чай. У нас дежавю, блин. Такой же стол. Сейчас подтвердит логист, что мы остаемся. И пиздец, пойдем в Лангепас гулять. Да? Да. Тем более тут недалеко. Макдак пойдем искать. Так, мы поехали в магазин. Нам ночевать, водички, что-нибудь покушать взять и будем отдыхать. Времени 12:40, без 23 местного. Сейчас уходим в Лангепасе на кольце, налево, кафешки, развернемся и обратно. 3 километра у нас. Сейчас разворачиваемся и кафешку. Затарились. Северянь.